Привет, помаши сыновника, привет! Сегодня Эльдар вместе со своим другом, грузовичком Левой, будут искать и строить машину. Вот еще пришли друзья Салли и Майк. А вот и грузовичок Лева приехал. Привет, Лёва! Ага. Итак, какую же они построят машину? Давайте искать детали. Эльдарчик, за этими домиками спрятаны детали. Ищите вместе с Лёвой. Ищите детали машинки. Итак, что же нашел за детали, Эльдарчик? Эльдар нашел колеса, а это кабина. Кабина. Дальше. Это основа. А какие еще детальки? Давай найдем все детальки, а потом с Левой будете строить. Осталась еще одна деталь. Она здесь где-то спрятана. За каким-то домиком. Ты хочешь сначала колеса поставить? Давай. Пап. Давай помогу чуть-чуть тебе. Да. Вот наша основа. И нужно поставить ось. И прицепить круглое колесо. Основа готова. Ага. А теперь мы поставим кабину. Она оранжевая. Вот так мы ее закрепили. И осталась последняя деталь. Вы уже догадались, что у нас будет? У нас получилась бетономешалка. Она поможет нам достроить этот город. Она привезет бетон, и мы сможем построить огромный город. Спасибо, Лёва! Ты помог нам с Эльдарчиком! Ага! Вот такая у нас получилась машинка! А в следующих сериях мы будем собирать другие машинки! Вам понравилось? Ага! Это было очень интересно! И мне понравилось. Будем играть. Пип-пип. Привет. Лёва тебе поможет. Лёва тебе еще привез кубиков. Подольем бетона, чтобы наш дом крепко стоял. И монстрик хочет поставить кубик в наш дом. Вот так! Я поставил зеленый кубик. Теперь я бы хотел покататься на Леве. Ой, и я.
Лёва, прокати нас. Ага, ага. Назад. Спасибо, Лёва, ты прокатил нас ветерком. Айдар уже такой большой дом построил. Он уже выше меня ростом. Ой, я даже до крыши не дотянусь. Ох, какой дом. Наверное, ему помогла бетономешалка. Спасибо тебе, бетономешалка. Ты сегодня хорошо поработала. Пип-пип. Пока.